Тетя Женя, так ласково называют подростки инспектора по делам несовершеннолетних Евгению Соловьеву. За 10 лет работы в полиции женщина предотвратила сотни преступлений, которые могли бы совершить подростки. Главная задача инспектора – помочь, защитить, протянуть руку помощи, а также оградить детей от совершения непоправимых поступков. Работать сложно, потому что не столько работаешь с детьми, сколько работаешь и с родителями. Надо родителей надо достучаться, так же, как и до ребенка. Объяснить, направить, подсказать. Под присмотром Евгении десятки подростков к делам капитан полиции подходит основательно. Оперативно реагирует на заявление, внимательно изучает все детали, каждому ребенку ищет свой подход. По словам Евгении, одна из глобальных проблем, которая сильно влияет на психику детей – нехватка внимания со стороны родителей. Дети предоставлены сами себе. Когда часто разговариваешь с родителями, родители как на что списывают? Заняты на работе, зарабатываем деньги. Детей должна воспитывать школа, детей должна воспитывать улица, но только не семья. Работа инспекторов по делам несовершеннолетних требует большой самоотдачи. Чтобы предотвратить проступки детей и подростков, им нужно не просто выполнять требования устава, но по-настоящему заботиться о своих подопечных. 31 мая исполняется 85 лет со дня образования службы по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел. Поздравляю весь личный состав подразделений по делам несовершеннолетних и с их профессиональным праздником. Искренне желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в их нелегком, но благородном деле защиты детей. Канал 16 присоединяется к поздравлениям. Желаем легкой службы и понимания со стороны подопечных. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров 24.